Премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению председателя Кабинета министров Кыргызстана Алымбека Жапарова прибыл с рабочим визитом в эту страну. Ожидается, что Али Асадов примет участие в качестве гостя на очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 25-26 августа в городе Чолпан-Ата, а также проведет двусторонние встречи с главами правительства ряда стран. В повестку заседания включены вопросы формирования общего рынка, газоинтеграционного объединения, финансирования промышленной кооперации, учреждения Евразийской перестройки, страховочной компании и многое другое. Кроме того, на полях форума пройдет ряд двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне.